мысли давай. Вар, ты тут? Все, ну если что, типа изи вообще в одного танковать. Ты, я думаю, видел не раз уже. Первого босса просто танкуешь у ворот, тебе пломбоб дадут. Когда выйдут черви, ты агро сколько сможешь наберешь на кислотное и уводишь черви. А там, ну, в принципе, нихуя не наберешь, похуй там хилы прохилят. Вот. И когда закопаются черви, если не убьют, ну, в любом случае будет плевок кислотный, ты просто вмешательство сделаешь в этого человека, и все, ничего сложного. Там уже не будет первого червя на вторую выкопку. Так что, изи. Все, давайте рыбу поставлю и поехали сейчас где-то вылезть. Даже рыбу, сука, не жалко. Хуя, кто там, блядь, рецептов нахуярил в банк? Мажорим. Да. Рыба, масло, нахуй, фласки. Рыбу ставлю. Кто такой Кейко? Вот он нам и напихал сюда этих рецептов. Это Кобин, друг. А ДЦшник это причастник? Может, кому-нибудь пригодится. Что, ты боты новые примерил? Охуенные? Ну да, сейчас будем тестировать. Что там тестить? Они тупо лучше, блядь, чем все, что было. В смысле, я в них камень на крит поставил и хосту себе уменьшил. А, ну это да. Можно фласку? Так, фласку, подойди ко мне, да. Кинь обмен. Пьем фласочки, кто хочет лут полутать. Если вам лут не нужен, не пейте алкашный. Хосты? Да, мне кто-то пишет, я не знаю, кто это на Д. А, Рок. У меня 914. Ну, блядь, надо ее поднять немножко, хотя бы до 950. Ну все, там что там, блядь, кто-то все поели. Коба, настой, бахни и погнали, запускаю. Напуливайте навары. А, блядь, я охуел, да, просто баф не дал. Не звайте на пулу давать, вара там с агро не все гладко, поэтому... А тебе червя огненного нужно отвести от всех, а до этого на кислотном настакаться. Ты кислотному там буквально удар щитом один, отбегая кинешь оружие и все, и танкуешь огненного. Там ничего не сделаешь, сорвется, значит сорвется, хилы быть прохилим. Ну и на пулу скинут тебя, поддержит. В идеале кинь бдилку на локла, локалмен. На него, скорее всего, будет сагриваться, будешь просто перетанчивать. Это надо бухаться. Все, поехали. На групплуте идем. Если вам нужно на офф или мейн, не дайте. Если кому-то будет на мейн, а сролит тот на офф, он отдаст, ничего страшного. Чтобы быстрее было. Просто особо никому шмотки не нужны. Иначе расчарятся. Снобольд полетел. Снобольдов под жопу. На танки залейте быстро. Блять. Танк, зря ты в углу встал. До тебя полпати не доставало. Все, все нормально уже. Блять, такая ситуация, что Снобольд еще и улетел к тебе. Снобольд летит. Снобольда убили? Набиваем. Боб, да, дашь Коба? Ой, кто у нас там пал? Альфа-тестер дашь, Боб? Убейте Снобольда. Кому, танку? Да, да, танку, да. Все, красава. Убивайте. Сейчас обдотали огненную и поехали в кислотную. Убиваем быстро кислотную. Что у нас шаманы? Даже два шамана. Обдотывайте. Вылезла кислотная. Поставил метку. Давайте Геру. Вар, уводи огненную. Да, все, уводи. Ну, сорвется, значит сорвется. Че тут ничего не сделаешь. Главное, нас не разворачивай. И в лужах не умри. Под блевотину прожмись. Хотя тут, блядь, урон только в десятке, я его рот убал. Маленький. Все, мы уже добиваем, если что, кислотно. Прохиливайте, монки. Поехали, огненную. Держитесь на ранже, когда она сейчас закопается и вылезет, надо на ранже будет держаться, чтобы всех сразу не плюнуло. А что, токсин не кинулся, что ли, блядь, кислотный? Он на вары кинулся. А-а-а, заебись. Ждем, ждем, чтобы где-нибудь в центре вылезет. Нихуя, блядь, ебать, он съебался.
Держите раньше. Полетело меня. А, меня бьет, согреет. Страшно нахуй. Ну, под ордой стоим, под щитами орды. Вздохнет. Ну, тут прохилить. Прыгнет. Кирсори в тебя бежит. С самого края. Да, первое место. Угу. А, ты заебал. Хоть дамаж. Я тебе дал понюхать. Сука, меня откинул. Все, я из-за этого проебал первое место. Ну, блять, ничего, что я босса перепулил на себя. У тебя ярость набралась из-за этого, нечестно. Ну, конечно. Коба на тебя бежит. Я даже на маге снял дыхание. Именно так-то. Хуя ты сильный. А зачем? Сама мощь. Могу. Глыбу, что ли, поражал? Да. Можешь, блядь, обладаешь. Эх, чуть-чуть не догнал его. А, 17,9 у обоих урона. Процентов. По капелькам нагоняешь? Да нет, просто этот... Ну, лок тоже норм, зато здесь дамажит, в принципе. Так, а шо? Ну, говно какое-то выпало, расчай. Запускаю следующую. Там чё, блядь, косты у нас то... Хуй. Анзай, позбиваешь косты у тебя, как метка все должен быть, да. А, ну Коба сам сворожится с таки. Телок игнорим, а големов зальем. Ну, у меня детейл заработал нормально, без дропа FPS. Да ладно. А что он делает, детейл? Что это такое? Ну то же самое, что рекаунт из кадра, просто у него детальнее все в разы. Я, блядь, забыл объятия вампира и внутренний огонь прожать. Заебись нахуй. Это я могу. Но не помогло бы. В смысле, ебать, сколько там СПД нахуй? 120 СПД ты ебанулся, не помогло? Блядь, ну ты посмотри, что у меня больше надамажило, и поймешь, что я по ротации не шел. Так я тоже. Что-то, блядь. Чё у меня там надамажило? Пытка разума, ебать, ну, я её вообще обычно не бью. Ну давай не забывай, что у меня вообще 49,5 в холодной воде, так что мне пофигу на все. Да, бля, вообще похуй. Убили. Я письками никогда не мерюсь. До тех пор, пока не займешь первое место. Да. Что, на приплод бахнуть? Ой, ну я приплод, конечно, в ИГ-10 не буду пить. Только на джек. А я их пью? Я не пью. Я еще не хватало бабки на обычку тратить. Я тоже не пью. Только сейчас выпью. Ну давай. Коба, тоже припоты выбей и начинай, короче, херачить. Оторву нахуй. С огнями убегайте, не забывайте. Верин, прохильте. Паладин, ну ты чё? А, нет, все нормально, я тупой. Коба на тебе, огонь можешь по этим глыбой съесть. Ну если бы она а была... А нету, блядь, а? Нехуй было уёбываться. Я тупо на секунду подумал, что мы сейчас в героике, и у нас почему-то паладин не застанет портал. Вонки прохильте. Ну, обычки не было. Ну. Давай, Женя, крути, видишь, две цели. С
смысле? Я вообще, кстати, не кручу. Потом посмотришь, ноль будет урона у меня. Зай, побежал. По бабе? По-любому у тебя будет Т4. Вот спорим, на что спорим. А, ну Т4, да. Согласен. Ну вот, а сейчас бы поспорил. Ну, проебал бы, чё. Даже барин обсирается. Войда прохильть. Оху, добиваем босса, добиваем босса. Прохили. Анзай побежал. Жмитесь на защиту, добивайте. Залупа залупная. Чё, кстати, на хилам? А, у меня там получше. У меня с 10 гер такая же. Запускаю в какой столице лучше всего к этой профессии? Где Упсон есть? Да, ну, в любой столице. Ну, если кузнечку, то в громовом тесте, то что там, вот она прям кузня в упор. Типа проще всего в Долоране, если у тебя есть инжа вкачанная для аукциона. Ну, лучше нет, на Форбсе, конечно же. Лучше на Форбсе тогда, да. Ну это что-то на богатом. Отойдите, сейчас выпадут альянс скипсы. А чё, можно не спекаться, а? А ты чё, спекаешься когда-то? Ну я всегда на чемпах в ММО. Ну, может, не спек. Да мы ща, блядь, куча на кучу залетим. Сейчас поставлю цели контроля и всё. Так, ну что там, блядь, у нас вообще? Как знал, что дерева не будет. Да кава. Ну все, локал, ты феряешь, друля. Заливаем мага. Потом сову заливаем. Вот. Потом Антара заливаем. Где он, блядь? И все, вар. Ну, ты подержи вара. Похуй на ДК. По контролю-то у нас кто? У нас его войд по контролю, жабку он покидает. Анзай, покидай жабку, шаман, позвёр косты. Ну все, в принципе, Коба покидаешь, жрицу, полиморф и поехали. Гера была еще даже не откатилась, да похуй. Пусть вар первый врывается. Вар, залетай, ждем, да, вар тебя. Все, поехали. Сфер сейчас дам. Ой, где там? Не умею, не хочу. Ну что ты? Я чё? Я ничего. Вагон. Целых 3 секунды снимал. Я был не готов. Я, блядь, сколько в фире можно бегать? Убивайте крест. Где он, блядь? Он. Все можешь не фирять, все. Косты на медь. Саму у меня бегает, вот тут контролил. А, ну, у меня он вар стоит, пинает. Вром, поехали. Меня пробить не может. Ферну саму. Вот. Да они что тысячные, хотя, блядь, не ВК 25. Ну, ферну, он типа даже урона не наносит. Поехали, шопала. Бать, что они отваливаются супер быстро. Даже доты кидать неохота. Все еще тире. Беги, тире. Беги, спасайся, сука. Лутаете, я запускаю. Говнотриня и говнобашка. Понятно. Берем все белую. Без. Никто не будет ловить, хилы прохилят. Крылатые
Танк там знаешь, что брать. За агро только следите. Аркрайт. Ой, кто там у нас? Альфа-тестер, покидаешь сальву и... Уверен, я буду говорить, но вы следите, срываете, не бейте просто, иначе это будет пиздарики. Оторвете и все. Ой, метки не буду ставить, меня, блядь, релот просит. Стойте просто вот здесь, я на себя. Да, я поставлю, если что. Да, я вам на себя метку поставил, стоим во мне. Все, подбегайте сюда. Вар, ты готов? Ты берешь ту же самую, что и все. Да, ты берешь такую же, потому что ты будешь держать эту, блядь, тьму, и тебе нужно больше урона вносить, чтобы агро набирать больше. Вот. Все, а что, даю и пищи сюда. Не бейте сразу, дайте ему секунд 5, блядь, набрать агро, иначе оторвете по-любому. Только на пулы бейте. Все, поехали. Монки заебал на пуль. Сейчас оторвешь нахуй. Мне покажешь, что у тебя на пул не в КД. Дайте локал сальву. Хэпал, дай сальву локал мэна. Ну да, да. Сейчас спецспособность. На, сразу две тебе. Ну лучше две, чем ни одна. Ты там ебать по агру проебался тоже. Готовимся к спецспособности. Держу до конца, только потом. Поменяли, да, на темную поменяли. Бьем светло. Перебежали? Дам гимн. А, мне нет гимна, блядь. Так перебежал, значит. Все, в меня встали. Локал опять набираю. Ну, в принципе, терпимо, нормально. Да, я-то сброшу, когда увижу. Ну, у тебя не в КД уже раскол. Я и не сбрасывал. Все понял. Сейчас спецспособность 2 секунды. Пытаемся. Поменяем на светло. Вот хуёво так боссов близко ставить светлой. Еле-еле поменял. Все, добиваем здесь. Я поставил метку на темную. А где выбор 25 дер? А, все, нету. Уже все, кому надо, забрали. Шо, сори? Ничего не было. Все ок. Не, просто он близко поставил к порталу, и там они крыльями махали, сложно было нажать. Ну ничего, бывает. Лучше всего же. А как у тебя такой танк сильный, ты первый раз? Ну, может, он просто какого танка собирал? Типа по мейну там что-нибудь. Все равно ДДшником, когда ходишь там, видишь же, как танки себя ведут. Ну, на Анхоли так одевали. И где он теперь? Ну, у нас Анхоли и Кон также. Так Кон там особо ничего ему не давали. Что? Только вот штаны или что он там пролил. Еще раз. Да не, ему что-то нормально давали. Нужные только. Тринку с Мороза героическую. Она уж ни на кого не нажала. Ну, все равно ждали. Ты там мощнее стал. Снова трезвый, в смысле, блядь. То с моба, в принципе, можно... Ну, обдотываем там, кливаем, да и все, целенаправленно бить не надо. Чё, под БЛом сносим сначала или... Да, я думаю, БЛ сразу дадим, да и все. Силу земли ставит кто-нибудь? Огурец? Очень смешно.
Я знаю, спасибо. Спасибо за оценку. Сразу нашло. Ну все, монки собьешь там сверху и дадим Геру, зальем мобов там это, кливаем, обдотываем. В принципе, все. Ничего сложного. На вас фазе, ничего контролить не надо, мобов тоже обдотываем, убиваем. Я думаю, мы быстро убьем Геру там, дадим быстренько. Ну не сразу Геру, типа на секунде, второй, третий. Ходите сюда, даю счет на пул и поехал. Все, все готово, даю отсчет. Ну танк держи. Сейчас припоты все бахнут. Я не буду. Танк! Танк! Я же отсчет дал. Страшно, блядь. Геру. Геру, 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 Геру. О. Пушка. Мод пошел. Танк, забери его. Наливайте, мама. Наливайте, мама. Ага, все, отлично. Все, там обдотайте, обкривайте. Обоссыте. Походу, одна закопка это будет. Заберите, а, все. Да будет, наверное, да. У нас уже не все дамажат, как мы. Троем. Монки что-то не дамажит. Расслабился. Моб выйдет. Моб выйдет. Моб вышел. Уже идет. Танк забери. Забери моба. Он встанет. У него влиться, главное дайте ему стан на закопке. Стан, стан, стан есть? Блять, заебись, вар красава, блять. Залейте моба уже. Этого держи-то. Залейте моба. На варе уже 3 стака. А, наебал слетели только что. Все, ничего страшного. Сейчас собьем сферу воды. Монки позбиваем что-то? Видите, скоробей. На тебе танк. В принципе, можешь прожаться, тебя прохилят, не заходить на лужу. А зачем пусть заходит, что лужа-то до тела? Тоже верно, да. Ну его вообще не пробивает, посмотри-ка. А, ну он разбил. Ну и так его не пробивало. Да, уйдите от моих скоробей. Воды собью сейчас. Все упало в воды. Локл. Угу. Обейте скоробея. На бок тебе вообще. Не дашь. Он, сука, прячется. Ой. Зачем ты боб-то дал, если я специально убегал? Да ладно, херси. Он же тебе сказал, что он даст боб. Так он далеко от меня был, смысл. Вылез босс. Поехали в босса. Скоробей там обдотайте. Да ты прям тут, и прям тут, танчик, куда ты ведешь? Да, да, не могу. Да. Мобов убейте. Чего они, блядь, бегают? Они сейчас покусают. Все, поехали. Ушел моб. Просто ему какой-нибудь паладин, хоть холик дадите стан мобу, когда он будет закапываться. Просто поглядывайте на него. Дайте стан. Понял, убьем босса, забили. Просто босса бьем, с мобами переведем. Да я выпить забыл, вот в чем проблема. Ты думаешь, поэтому ДПС тебе? Конечно, или, конечно. Или ты обманываешь нас? Смотри, у меня на 2000 меньше, чем у тебя, это из-за выпивки. Конечно. Там моб на мне, отсюда. Видите босса? Если что, варк пожмется. Если по хилу будет проблема, скажете, я гимн нажму. Ну, я думаю, вы прохилите. Главное, вара на фолах держите. Хилить не надо. Убирает босс изи. Все, на Оню летим. Сейчас как вот Африка спекнусь, как начну крутить цифры. Вот ухо на трансмог, ебать.
все занижу. Что, на трансформ, что ли, куда? На ретрика штаны заберу. А-а-а. Да, только у меня Вовка завис. Судя по нителю. Это потому что не дал. Админы заебанили. Да, походу, с концами надо ребутать. Ну, давай мы пока все равно бежим. Сегодня выйдет на сервисе новость. Новость касательно нидеров. Мы провели там, да. Исследования, договорились с РЛами разных гильдий. И теперь можно нидить. Да. Если кто-то не нидит, скидывайте видосы, мы его забаним. Я уж больше не зарутер. В смысле, предмет никому не нужен? Чернорогий этот ослоп. Я почему так, там рог забрал? А, мне написано, что он никому не нужен. Видимо, что я не в инсте был. Я забрал две шмотки и зашкурил его. Если вам что-то надо там на офспек, ой, на основной вы напишите, если кто-то другой забрал. Сейчас нихуя вот D450 дают за нуба, охуеть. Чё так много, блядь? Потому что он могущественный. Бля, 450 за саную десятку, блядь, это же пиздец, как фармить можно было, я не ходил. Ой, ладно, так я отойду. Ну, запасы истощили, 70 тысяч осталось. Истощили, в скобочках 70 тысяч, понятно. Ну, было-то сотка. Сейчас 110 выйдет, мне на него даже не хватит, наверное, блядь. Ну, как сейчас, когда-нибудь. Я, в принципе, накоплю. Комбо даже напали, а сейчас. Да нет, здесь... С X3 не стоит сравнивать, потому что здесь в другом фишка, в том, что нету брюли и усилков. Вот как кара изменилась, когда нету брюли и усилков, ебать. Теперь ДЦ нахуй, ебать, какой нужный хил. Без него ты, блядь, некоторых боссов просто не пройдешь. А там, блядь, захуярили усилки себе, блядь, чтобы у тебя у каждого тканика по 30 тысяч без бафов было, и проходят, блядь. Так тут ой, тоже так можно сделать. Просто тринку, ну, там, просто... шмотку. Ну, понятно, да, я не спорю. Ну, у тебя и проки, и всякая хуйня пропадет. Это гораздо сильнее скажется, если ты усилки просто, блядь, с ПД перетянешь. И ты себе поломаешь всякие, блядь, эти капы. А там ХП разницы нету в ХП? В смысле? У боссов ХП там больше? Конечно, больше. Ну, вот. Ну, то, что ты дольше бьешь, но зато тактика другая. Тебе ДЦ там не нужен. Ну, не гарантированно нужен, скажем так. Надо ЦВК сильное сделать, чтобы люди охуели. Ну да, мне кажется, на выходе такое, чтобы поебали. Ну, с другой стороны, видишь, да, обычные чтобы смертные... Чтобы охуели и не шли лутать 251-ю помойку. Они вон ИВК-25 сделали так, что охуели. Нормальные там гильдии более-менее пронесли, блядь, а послабее, как мы сидим, блядь, курим. Ну это все в танк-блоке, блядь. Да даже не блоки, ты вот, блядь, зверей заебешься бить. Мы уже приоделись, уже хоть как-то их убиваем. Раньше у нас шансов просто не было их убивать. Вот, под, например, открыли этот, как его, блядь, ИВК-25, а у нас трин, типа, практически не упало ни одной трини за все КД с самого первого. Как мы должны закрывать? Только если задонишь трини, а без трини баску ДПС теряется. И челы, которые задонили, прошли, а которые не задонили, сидели, три не ждали.
пошли. Уже у камня, где все? Верено, ты куда полетел так ради интереса? Через 1000 игл, что ли, у тебя не открыто там в степях? Все, я готов крутить ДПС. На дракончиках. А все тут, да, вроде? Ну, сейчас альфа-тестер еще за основание. А, все. Собираю вар всех до босса. Никто не бейте, дайте ему собрать. Слышишь, Монки, я что-то в details не могу найти этот... Там еще угрозу. Вроде, ну, еще вроде моб, да. Что не можешь найти? Угрозу не могу найти. Ну, типа, я тоже не замену ломана. Что заливать? Ну, не стойте в упор мобов, они вокруг себя огонь. Да. Монки прохилить. Ага. Я тоже не находил угрозы. Да. Значит, походу это отдельным плагином, точнее отдельным аддоном делается. Скорее всего. А что, ломан вы не смотрите? Я ломан не качал. У меня в этом есть. В скаде есть угроза. А, ты вообще всех видишь или только себя? Всех. То есть, блядь, никаких преимуществ ломана нету, да? Нету вообще. Сейчас танк просто босса утягиваешь, боком к нам ставишь, он поднимается, ты на дракончиках, ну, он быстро мобов забивает, медики. Как только дракон спускается, ты сразу к нему беги, даже если мобы живые, там дракончики есть, неважно, ты все бросаешь, бежишь ставить босса опять. Шуманов надо в разные пати поставить. Че, локу отсюда выкинуть надо? Нифига ты дерзкий. Ну поставь так, чтобы шуманы в разных пати были. И я сейчас поставлю. Только ты слышишь, вар, ты главное, когда босса танчишь, ты в стену упрись с задницей, чтобы он на тебя не откидывал. Да, он же подталкивает. А, у нас не забывайте, и... шамана не забывайте ставить трема, чтобы эфир снимать. Все, подходим. Звездочку встаем. Даю отчет. Не бейте сразу, только на пулу, дайте ему поставить, побить чуть-чуть, иначе оторвете. Ну, рано прыгнул. Ты ставь его к стенке, иди к стенке, упрись стенку жопой. Он тебя будет подкидывать. Все сбоку держимся босса. Подстроимся под танка. Все, ну хуёвая. Ну ладно, поехали дамажить.
Мы сейчас его быстро переведем. Дайте Геру. С милики бегите до Талова, бейте, пока она поднимается. Все, бейте, бейте, милики. Милики на дракончика. Когда бьет босс? Ну ща его, блядь, быстро спустим, я чувствую. Ебать, она убежала взлетать. Опа, где дракончик? Я хочу крутить ДПС. Бей босса, блядь. Я хочу крутить ДПС. Бей босса. Да бью я босса. Просто а хочу дракончик. Он 203 спускается, я чуть не помню. По-моему, да. Я думал, он не дыхнет. Милики заливайте. Там дракош много. Ну, забейте на них, они не сносят. Главное большого босса приором. За его оружием, смотрите. Начинает вокруг себя кастовать, перебегает. Скоро будет перефаза, так что смотри. Все спускается, спускается вар. Бросай все, беги. Залейте дракончика. Моба убейте большого. Ставьте тремора. Не забывайте. Все, держимся сбоку босса. Антифир сейчас дам. Да, сейчас там. Я, блядь, скинул игру, все. Антифир танку дал. Все еще раз, чтоб тебя там не мотнуло вообще никак. Все, добиваем. Да, прохильте танк. Ой, кто-то умер. Пэт вроде, ну ничего. Я сняла быстро. Ну, слушай, огромный магик был собирать, кому нужен, оставайтесь. Сюда мешок. Ну, колечко, кстати. Не знаю, 25 сопрот, конечно, хуйня собачья, ну хуй знает. Ну, это такое сомнительное. Да 25 это просто супер мало. Я не знаю, слишком мало. Там, блядь, даже... сотую процента, наверное, не... ну да, сотую какую-нибудь. 0,2% там, да, с резиста. Ой, бай, накрутил, красавчик. Так, так, так. Я пошел перекушу, пока собираюсь.